трансляцию. Знаешь, можно называть это транса. Трансляцию на местах. Итак, мы покажем вам, что же получилось у нас. Вот эта замечательная форма пельменей. Вот посмотрите, как надо лепить пельмени. Вот видите, мои видно сразу. Это мой. Аккуратней. Ах, ты уже подделываешь мои? Да. Ты делаешь фейки? Короче, она делает фейки на мои пельмени. Я думаю, что нужно завести... В пельменях все сюрпризы. Нужно завести аккаунт в Инстаграм. Лопырёва, типа фейки, что-то там, точка ру. Фейк-пельмень. Фейк-пельмень.ру. И продавай за 30 рублей. Ну, в общем, самый топ – это пельмень мой. Смотрите, пельмень Колобок. Я уже говорила о нем в своем перископе. Но у Вики мы тоже решили его засветить, так как мы делаем новый сайт фейк-пельмени. Да, это будет пельмени-пирожки. Их можно варить, жарить, делать во фритюре. Это сюрприз, самое главное – исполнение заветного желания. Так, умнички. Надоели пельмени? Ну, подождите, мы уже салаты сделали. Скоро перейдем на салаты. Покажите гостей. Нет, гостей мы не покажем. Это невозможно. Да. Они уже, конечно, они уже на подлете, но... Манты давай, манты тоже можем сделать. Можем, а если съесть кого-нибудь? А ты сейчас себя или нас показываешь? Вас, что мне себя-то показывать? Ну что мне, кто меня не видел, кто меня не знает? Я же могу только показывать сальто Делчева. Эротический этюд? Да, кульбиты. Но кто-то должен же. Мы слышали, как вы нас дебилами обзывали в конце первого видео. Это не я! Это неправда. Это Лена свое невежество показала. Да, она любя, ребята, она любя на самом деле. Ну, я никого лично не имела в виду, а может быть, имела в виду. А может быть, она имела в виду просто не вас, а других людей. Вы сможете съесть это все? Да мы боимся даже, что нам этого не хватит. Конечно, не хватит. У нас уже в морозилке 50 штук налезло. Так, девушка в белом красивая, да. Она такая у нас красотка. Так, с чем пельмешки? Пельмешки, смотрите, пельмешки у нас с мясом. И еще будет с картошкой и с грибами. Вот какие у нас пельмешки. У нас потому что среди гостей будут вегетарианцы. Мы их просто зовем так. Так, вы на вопросы отвечаете? Ну да, давайте я буду стараться отвечать, пока Вика лепит. Задавать мне вопрос, я буду отвечать. Да. Так, это реально ты, да, это реально я. Это нереально. Сколько вам лет, кому именно? Мы все ровесники. Так, какие салаты готовили? Зай, какие мы салаты готовили? Расскажи. У нас свекла с козьим сыром, винегрет, а потом у нас есть всякие баклажаны. На войне так серьезно. Мы ж про салаты. Выйди из образа шеф-повара и расскажи, почему это лаваш. Анатоликум, давайте, пожалуйста. Вот, еще у нас разнообразные соления. Варенье. Разные виды кабачковой икры, которую мы очень любим. Заморская. Баклажанная. Баклажанная заморская. А вот это, между прочим, руль от новой тачки. Это руль от моего гелика, который я вытащу сегодня вечером. Обязательно. А, неудачники, готовите медленно, как лошары. Так мы не претендуем же на роль шеф-повара. Мы просто все время смеемся и отвлекаемся. А так, да. Конечно, ну, знаете, нам, конечно, если вы профессионально лепите пельмени. Помогите тогда нам. Приходите, помогите. Так, Вика, загар солярий? Нет. Нет же, я только с морей. Просят крупным планом, как мы лепим пельмешки. Покажи. Вот, пожалуйста. Это вот, видите, мы не заказывали в ресторане. Мы все делаем сами. Просто раньше не было перископа, не было возможности показать. Как разгружаться будете после праздников? Ну как, нашим любимым способом? Нашим любимым способом, ягоды Годжи. Ягоды Годжи нам помогут. Так, дальше, девчонки умнички. Да нет, это же лошары на самом деле. Это у кого дома? Да это у нас, ребят, дома, это у нас квартира. Нас оскорбили. Да, мы живем все вместе. Молодцы. Вместе веселее. Хотя гости. Я пойду. Я не буду. Поклепать.